В Ленинском управлении ЗАГС состоялось традиционное чествование семейных пар, проживших вместе 50, 55 и 60 лет. Эти пары, встретившись в молодости, прошли все жизненные трудности вместе и, несмотря ни на что, сохранили любовь и уважение друг к другу. Они являются собой яркий пример сохранения семейных ценностей, которых порой не хватает в современном обществе. Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. Трогательное мероприятие по чествованию супружеских пар, проживших вместе 50, 55 и 60 лет, состоялось в Видновском ЗАГСе 10 апреля. Юбиляром в этот день были вручены подарки и поздравительные адреса. 50 лет вместе Найденовы Анатолий Иванович и Алла Федоровна. У них дружная семья, глава семейства – очень жизнерадостный человек. Самое главное была взаимопомощь и взаимопонимание. Вот это важно, главное. Вот. Поэтому от этого все и исходит и здоровье, и забота, и жизнь. Идут по жизни вместе вот уже 50 лет и Зарицкие Людмила Ивановна и Борис Пантелеевич. Оба юристы, ветераны труда. Я думаю, что прежде всего надо уважать друг друга, любить, уступать, так сказать, поменьше это вступать в противоречия, так сказать, в общем, компромиссов. Иногда бывают, конечно, какие-то недоразумения, но их надо уметь улаживать. И в первую очередь, если молодые где-то находятся рядом с родителями, это мой совет. Не бежать к родителям. Ни в коем случае. Решать самим. Глава района Сергей Кошман от души поздравил с юбилеем супружеской жизни участников торжества. Он сказал, что они являются примером для всего общества. Сохранить любовь и уважение к друг другу, вырастить достойных детей – и это ли не самое главное в жизни человека? Конечно, мы будем все делать для того, чтобы укреплять институт семьи, чтобы молодежь обязательно принимала и дальше продолжала эту вечную формулу счастья – любовь, уважение и забота друг о друге. Забота друг о друге, уважение, взаимопонимание – составляющие крепкой семьи. Только в таких семьях вырастает следующее поколение родных людей, которые бережно хранят память о своих близких. Вы знаете, мы учились у своих матерей. Отцы наши погибли во время Великой Отечественной войны, мой отец. И когда даже приходили нашим матерям похоронки, они до конца дней своих ждали, любили и верили. Вот верности любви мы учились у своих матерей. Для юбиляров в этот торжественный день звучали замечательные песни в исполнении заслуженных артистов Алены Лужецкой и Андрея Немакова. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.